Всем огромный привет, меня зовут Ника, рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня я покажу свои новиночки, которые ко мне пришли, и речь пойдет об итальянских гелаках марки Fiore. Сейчас мы с вами вскроем посылку и посмотрим, какие цвета ко мне пришли. И сразу же я уже вижу, что мне положили несколько пилочек. Они все имеют разный абразив и форму, и по стоимости они 35 рублей. Я вижу, что качество напыления на пилочках отличное, по толщине они не сильно широкие, мне с такими очень удобно и комфортно работать. И, кстати, у торговой марки Fiore на сайте есть не только гелаки, но и всякие расходники, инструменты, фрезы, слайдеры и украшения для дизайна. И все по приемлемым ценам. Внизу в описании я оставлю ссылочку для вас на их сайт, обязательно туда заглядывайте. Пилочки мы посмотрели, и далее переходим к самим оттенкам. Коробочка очень красивая, при транспортировке с ней ничего не произошло, она целая, и это говорит о том, что упаковано все было надежно. Открываем, и вот такая прелесть ко мне пришла. Сразу же вижу, что цвета продублированы на крышке в виде капелек с номером, чтобы удобно было смотреть сверху, когда мы ищем гелак. Теперь поговорим немного о самих гелаках. Гелаки марки Fiore, они профессиональные и имеют итальянское происхождение. Продукция имеет высочайшее качество европейских стандартов, используются лучшие ингредиенты, придающие стабильность и яркие насыщенные цвета. Применяются качественные пигменты, цвет остается ярким на протяжении всего времени использования и имеют гелаки хорошую кривистость. Я уже с этой торговой маркой знакома давненько, поэтому со спокойной совестью могу вам ее порекомендовать. Что касаемо цены, то она зависит от объема. Гелаки 8 мл стоят 320 рублей, а гелаки 12 мл 420 рублей. Начнем обзор с каучуковой базы. В основном в работе я ими только и пользуюсь. У этой базы на обратной стороне флакона есть вся необходимая информация о составе. Эта база не жидкая, средней вязкости. На видео видно, что капелька по кисточке не стекает быстро. У нее нет резкого неприятного запаха. По стоимости 8 мл 400 рублей, 12 мл 470 рублей. Переходим к топу без липкого слоя. Он также имеет нежидкую консистенцию. С ним будет удобно и просто работать. Запаха также неприятного я не наблюдаю. И забегая немного вперед, скажу, что топ после полимеризации имеет отличный глянец. По стоимости 8 мл 400 рублей, 12 мл 470 рублей. Первый оттеночек, с которого начнем, под названием Лидия, номер 064, гелак розово-оранжевый пастельный оттенок, без блесток и перламутра. Очень плотный, отмечу, что кисть имеет оптимальную длину, срез ровный, ворс пластичный и ручка удобная в работе. Следующий оттенок блеск помады под номером 141, розовый гелак с мелкими блестками внутри. Имеет красивый перелив и, кстати, очень даже комфортно наносится. Иногда бывает, что гелаки шиммером достаточно густые, блестки забивают кисточку, потом неудобно работать, но этот цвет легко наносится. Далее оттенок графит под номером 093, гелак серо-коричневого цвета, без блесток и перламутра. Отлично перекрывает ноготок, имеет плотную текстуру и у него очень хорошая пигментация. Следующий оттенок под названием «Город звезд» номер 110, гелак ярко-сиреневого фиолетового оттенка, без блесток и перламутра. Очень красивый цвет, самое то будет его наносить летом, по пигментации он тоже плотный и насыщенный. Следующий оттенок «Легкое какао» под номером 083, гелак пастельного сиреневого оттенка, без блесток и перламутра. Такой нежный, приятный цвет, мои клиенты очень любят такие оттеночки. Особенно скоро весна, и такой цвет будет очень даже кстати. Далее оттенок под названием «Морская вода», номер 506, лазурный цвет с мелкими голографическими блестками внутри. Очень красиво будет смотреться на ноготочках у клиентов, и, кстати, с ним можно придумать интересные дизайны. Следующий оттенок под названием «Белый кварц», номер 174, гелак серебристого оттенка с мерцающими крупными голографическими частицами, без перламутра, у него имеется прозрачная основа, плотность создают именно блестки. Я очень люблю такие гелаки, они выглядят просто суперски на ногтях. И завершающий оттенок, один из новинок торговой марки Fiore, под названием «Сиреневый графит» номер 006. Цвет у него голубо-сиреневый, нежный, без блесточек и перламутра. Отлично наносится на ноготок, плотный и насыщенный цвет.
И вот такие оттеночки у нас получились. В завершении хочу сказать о том, что мне эти гелаки очень нравятся, с ними удобно и приятно работать, консистенция густая в меру, пластичная, гелаки очень удобно и комфортно наносятся на ноготочки. Все оттенки плотные, в один слой ложатся без просветов, но я всегда наношу гелаки в два тонких слоя, для более яркого цвета, но и для того, чтобы они хорошо полимеризовались в лампе и не было никаких казусов. Оттенки все хорошо самовыравниваются, не растекаются, они подойдут как для начинающих мастеров, так и для мастеров уже с опытом работы. Ссылочку на их интернет-магазины я прикреплю для вас в описании. А у меня на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте большой пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, обязательно ставьте колокольчик, чтобы не пропускать выхода нового видео. Пишите в комментариях, как вам эти гелаки. Возможно, вы уже пробовали эту торговую марку. Мне будет интересно почитать ваше мнение. Я же вам желаю чистых маникюров, творческого вдохновения и до новых встреч. Всем пока-пока!